Этой ночью все внимание было приковано к происходящему в небе над Доминиканской республикой. Нештатная ситуация случилась с самолетом оренбургских авиалиний. У Боинга 777 российской авиакомпании вскоре после взлета из аэропорта Пунта-Кана отказал двигатель. На борту 351 пассажир и 20 членов экипажа. Пилоты приняли решение немедленно вернуться. Они запросили экстренную аварийную посадку и стали вырабатывать топливо. В баках лайнера, заправленного для перелета над Атлантикой, было свыше 80 тонн горючего. В итоге самолет 2 часа кружил в воздухе. При приземлении, как передает агентство РИА Новости, у него загорелось переднее шасси. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Никто не пострадал. Сейчас людей размещают в гостинице. Как ожидается, их отправят на родину другим рейсом.